Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 30-шы қыркүйек, 30 сентября. Почти лето, можно сказать. Здесь сегодня плюс 25 градусов. Я нахожусь в городе Түркістан. Добро пожаловать в город Түркістан. Это видео будет про данный город и про несколько мавзолеев, которые находятся вблизи. Переезда есть Шахан-Аулия. Ну, в Шахан-Аулия только заезжаем. Отсюда не выехали недавно. Тоже поснимаете. Здесь этот мавзолей, у которого нету ни входа, ни выхода, и он выполнен в форме книжки. Ого. Вот так мы добрались до Шахан-Аулия. Это, получается, находится вдоль трассы Түркістан-Чаүлдір, где пересекается с железной дорогой Оренбург-Ташкент-Турксиб. Вот такая здесь парковка. Есть вот зияратхана. Сказали, в этом месте дают ас. Также сказали, что очень интересный мавзолей без входа и выхода. Я здесь впервые. Шерхан Кудығы. Ішкен суларыңыз дертіңізге шипа болсын. Нет, входа нет. Ну, интересная форма она. Ну, форма интересная. Вот. Также на территории есть вот такие сооружения. Шерхан атындағы зияратхана. Катаемся по городу Түркістан. Сегодня у нас 30 сентября. Погода солнечная, на улице примерно плюс 20 градусов тепла. Есть по данной улице тротуар. Это новая улица, новая часть города. Улица Алматы. По данной дороге можно выехать в сторону населенного пункта Шаүлдір. Здесь вот также есть мавзолей Гаухарана.
даже есть Гаухара на мини-маркет. Что довольно странно звучит. А что, локация? Так, в сторону Гаухарана тоже есть, оказывается, асфальтированная дорога, дорожное освещение. Лучше. Там есть визит-центр еще. Там есть визит-центр даже? Да. Я, если честно, впервые еду в Гаухарана. Сколько раз был в Туркестане, здесь впервые. Позади мавзолея виднеется новая часть города. Там, где расположился акимат области, новая мечеть строится. Здесь вот Азетхана есть, Ерлерге, Ельдерге Арнарван. Курбандыкка мал бар. Имеется баран для жертвоприношения. Конкретно вот. Алдымен әулиеге барып Құран оқыңыз, сосын суға келіңіз. Сказали, здесь происходит обливание. Не оставляйте ведра в душе. Здесь на территории очень много пчел. А это вот, говорят, новый виз-центр. Но выглядит заброшенным. Зам-зам-су. $500. Выехали в сторону центра города. Овощи, фрукты, дыни, арбузы, тыква, бахчевые. Будем разбирать. Есть камеры. Пакеты, сумки, закладки. Отел, караоке, лаунж-бар. Мята не то. Мята Алматы. Шиномонтаж. Есть вот такие указатели городские. Жбек Жолы, Мядени, Жане, Рухани, Орталық центр, Шымкент. Пьяный кролик, магазин алкогольной продукции. Багым Балабахшасы. Еще вот здание строится новое.
есть тротуар. За тротуаром, кажется, здесь с левой стороны еще дорога есть. Дорожное освещение. Фонари как-то странно стоят. Вот это налево повернут, эти направо. Не закреплено, она просто из-за ветра повернулась. Шатает его. Шатает. Вот такие вот сооружения есть, трехэтажные строятся. Автошина Дукена. Мы сейчас едем на обед, а в дальнейшем уже проследуем к мавзолею Ходжа Ахмед Йассави. Хлагер Ед Дукена. Зеленый же? Или не нам? Не нам же? Визит-центр. Направление на визит-центр есть. Автобусные остановки. Мята-лаунж. Еще один мята-лаунж. Амирхан ата орталығы. Базис А. Это же новая часть, да, города? Нет. Нет, это не новая? Это новая часть старого города. Новая часть старого города. Ага. Я, короче, в 2021 году делала инвентаризацию по Туркестану и ближайшим Кетау, Туркестан, Суданский район, там, где все эти здесь, да, каждую дырочку, где какой магазин. Монша, баня. Здесь сауна. Ну, вот баня вот. Daily Food. Что-то остановки другие стали. Хан Сарай Гранд Холл. И Сатлада. Китапхана. Ахмед Йассауи университета. Через дорогу территории университета. Здесь вот выехали на центральную улицу. Здесь есть автобусная выделенка. И вот такие черные автобусные остановки. Здесь идет конкретная застройка, новая часть. Это уже мы едем сейчас в сторону Шымкента. Очень много деревьев посадили. Как со стороны тротуара, вот парковая зона, так и даже по разделительной между дорогами. Рядом с Риксом строится новый объект. Мы куда поедем сегодня? Будет баня, да? Я не знаю, но мы же в гостевой едем. Бред, не у него задобраться, он меня полет. Вот так здесь выглядит Риксос. И рядом с ним находится вот хотел Нурсат. Хонахи. Гемодиализ орталығы. Ага. Білім, ғылым, инновация мектебі. Жихаз Зета. Белиссимо мейрамхана. Магнум есть, кинопарк. ТРЦ. Нурсат терраса. Нурсат дамханаса. Нам как раз сюда оказывается. Ну слушай, тогда садись. Казан кебаб.
Что бы еще такого съесть, чтобы похудеть, а? Казан-кебаб надо съесть. Ну вот, перчик, лук. Ну что ж, после плотного обеда и после кемпер-каун, как говорится, можно теперь и город посмотреть. Сейчас едем в сторону Мавзолея. Это центральная улица. Как улица называется? Сатарханова. Сатарханова? Проспект, да, наверное? Проспект Бигзата Сатарханова. Угу. Проспект имени Сатарханова. Есть вот такие автобусные остановки, я так понимаю, они с кондиционерами, походу. Здесь вот есть Боулинг, Нурай, Адель, Стадиинг, Даяна, Зерде, Дастархан. Так, а мы куда-то налево-то поворачиваем? Не, шорткат. А, получается, по этой дороге дальше к Мавзолею не поедем, а здесь свернем налево. Не, ну поедем просто. Чтобы поехать на парковку, да? На нужную нам парковку. Говорят, очень такое хорошее, доступное место, чтобы в дальнейшем попасть к Мавзолею. Здесь находится караван-сарай. С левой стороны жилые дома. С правой стороны территорию почему-то закрыли забором. Интересно, зачем это сделали? Так как с другой стороны забора нет. Видимо, чтобы не ходили по газону, что ли, что-то непонятное, если честно, для чего. Потому что есть места, где можно зайти на территорию. Так, на парковке машин не видать. Сегодня у нас выходной, да, суббота? Угу. А вечером, да, наверное, люди появятся? Вечером. Да, вечером. Здесь направо? Здесь что-то строится, интересно, что будет. Деревня ремесленников. Деревня ремесленников? Дополнительно, что ли, будет? Будет. Есть магазин Kimex. С этой стороны прям наклеечки есть. Направляемся в сторону мечети. По городу Туркестан курсируют оранжевые автобусы. Так, едем дальше. Здесь вроде как находится университет. Ставили. Купол. Навес, да. Его не было, вот этот новый купол. Был старый купол. Сейчас новый купол сделали. Но он закрыт сейчас. Культубе не смог. Кадесные дукены. Кадесный? Кадесы. Сы? Туркестан, визит-центр. Дверь визит-центра. Урамал 1000 тенге. А вот и ценники, вход 200 тенге. Раньше, когда-то давно, до всей этой реконструкции, здесь росли многочисленные розы. Все было усеяно розами. Вот там находится мавзолей, получается, а здесь курбандык шалатын жер. Курбандык шалу кезіндегі бата жасау тәртібі. То есть в данной, так скажем, беседке происходит жертвоприношение. Вот такая локация. Говорят, специально сделали цивильно, чтобы как бы никого не шокировать.
это устроено? А там вот по левую сторону от мавзолея катают на верблюдах. Рассказывают, что здесь сам Динмухаммед Конаев любил ходить сюда в баню. Сух суд бельмеса. А здесь потом идут раскопки городища Культебе. Туркестан был официально основан в 463 году. И город назывался... Здесь стояла стена. А это у нас получается сейчас джума, пятничная мечеть. И значит... Здесь 12 века. Мечеть ранее был домом Кожахмета Ясави. Здесь есть очень старые фотографии, которые были ранее сделаны. Вот, к примеру, даже вот, например, мавзолей, стены. Здесь впереди не было вот этого сада зеленого, были вот такие строения и обычные маленькие дома. Из дома открывается вот такой вид. Также есть действующий колодец. Вход в подземную мечеть. Ну, вот тут вечеринка внутри. Через час вот машинник там ехать. Ага. Сейчас там, где стоит казан, идет, не знаю, какие-то либо ремонтные работы, либо какие-то работы по изучению. Сказали, сейчас вход не с парадной части, а с другой части. Драматургии. Просто прям по-американски, кштан особенно. Салафан бит, еще. Блин, лучше там острее, там конкуренция бешеная у нас. Я когда за рулем есть в Астане, да, мы ездим. И сидим, а я галем можно. И сейчас пешеход торгов.
вот прав, пока жив. А это вот уже обычная часть города Туркестан. Приземленная. Это более старая, так как мы сейчас направляемся в сторону ЖД вокзала, да, примерно в ту сторону? Нет, нет, совсем в другую сторону. Не в ту сторону? Мы, эта дорога выведет нас, ну вообще, если по прямой ехать, до села Карнак. В сторону села Карнак, да? Отливался Тайказан. Это дорога. Там, Карнак, где отливался Тайказан. Туда доедем сейчас? Нет, потом с трассы на... Ого, там Волгу подвесили. Прикольно. Не, вот это вот оазис прям, который все захлебнул. Где рыбки плавают. Да, ё-моё. Был, да, там? Где? Баба, так ты шашта здесь. Кумкент, Кумкент. Джок. Блин, там реально рыбки такие плавают. Прикольно, там еще помыться можно. Короче, вот реально степь вокруг. Нифига нет. Ничего нету, вот реально. Потом бах, оазис такой. Вода, озеро. А там еще красная эта трасса. Так ки чифтинсу сенахна. Туда-сюда спасать эти бамбуры. Кумдеры, да? Нам оттарк. Чувство самосохранения. Джоку. Из этого ей руль не доверять. Да, сонда, а по городу, знаешь, что глухими таскать, так только лучше водитель. Терпение меч, сейчас, сейчас. Раздохнется, сразу весь холод заберет. Просто весь холод через меня проходит. И потом согревается, да, и окна такое. Вот это, как говорят, так как закрылся, так и стоит до сих пор. А почему он закрылся? Не знаю, вот этого. Как только этот открылся, Ханшайм Плаза, арендодатели все туда переехали. А, Ханшайм Плаза, все уехали, да? А что в городе Сунчамаджо? Папа спрашивает. Да нет, если поставить акции, сделать низкие аренду кириду, да? Хоть даже борьбы, да? Турси майк саца, да? Зерек бала мектебе. Шашлык без ашалтов. Шестой автобус. Жеті казна. Ах жайык Олотау. Выехали из города Туркестан. Аэропортқа бара жатырмыз. Осы жақта жаңа қала салынып жатыр. Новый город в этой части строится. Это выезд в сторону города Шымкент. С левой стороны мечеть. До сих пор идет строительство. Против мечети тоже идет крупное строительство, похоже на ЖК. Это вот новый Туркестан. Увидев эту часть Туркестана, говорят, похоже на Астану.
Вот Туран Молл. Озеленение, тротуар. Дорога в сторону аэропорта. Огромное количество территорий здесь пока что пустует с правой стороны. С левой стороны какие-то поля. Есть автобусные остановки. Там вот вдали застраиваются домами, частниками. Пошли какие-то посадки, билборды. Добрались до аэропорта. Говорят, что раньше в Туркестане никогда не было аэропорта. Это первый построенный с нуля аэропорт в независимом Казахстане. Так что тут все должно быть новое. Туркестан International Airport. Сюда Air Astana не летает. Не летает, да? Flyer Astana, да, летает? Flyer и Turkish, кажется. Вот, по пути всю дорогу в целом она одинаковая, везде озеленение. Еще вот эта караганинская компания летает, знаете, да? Да. Как она называлась? Не знаю. Который с Караганды в Жизказган. Южное небо? Южное небо летает сюда, ребята. Ровно 15 тысяч тенге стоит с Караганды. Прикольно. Взрослый билет. Не знаю, в Европе тоже КЛМ, он сонда не рестировал. Общее фото из тех, кто из Алматы. Четыре. Три, два раз. Три, два раз. Внутри аэропорта. Можно попасть под камеру? Встретил Александра. Приветствуем всех. Как ваши дела? На, наши люди здесь гуляют, как говорится. Да, круто. Да. Уже прошли проверку. Вот Астана, Алматы, Flyer Astana, Kazakh Air. Есть туалеты, лифты. Все так цивильненько. Встретил Александра. Салам всем. Они тоже приехали в Туркестан, то да. Другими целями. Лактура у нас была с Казахтуризмом. Здесь вот есть массажные аппараты, smoking room для курения, молитвенная комната есть и тоже туалет есть. Ожидание на втором этаже выглядит вот таким образом. Массаж деген тема екен, о? Идем на посадочку и летим домой в Алматы. Какая штуковина проверяет, не знаю, что-то там фотографики делает. А он на проходе вот так сзади вот так улыбается, улыбается. Airbus. Вода Тасай без газа. 250 мл 30 тенге. А с газом 500 мл 500 тенге. Возвращение домой. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.